будут у нас сегодня каннеллони. Здесь у меня куриный фарш. Добавлю в него грудинку сырокопченую, немного феты. Разбавлю все это дело сливками. На сливочном масле обжариваю лук-порей или обычный, чеснок и тимьян. Добавлю молотую копченую паприку. У нее классный аромат. Половину обжаренного лука кладу к фаршу. А сюда добавляю столовую ложку муки и смешиваю. Томаты. Здесь 400 грамм. Пусть будет половинка. Чайную ложку сахара и немножко обжарю. Добавляю сливки. Обязательно посолю и доведу до вкуса. Соус готов, пробуйте его на вкус. Добавляю последние драгоценные капли устричного фарш. И измельчаю грудинку для дополнительного такого копченого аромата бекона в фарше. Добавляю соль. Можете добавить специи, базилик, перец и вымешиваю. И перекладываю фарш в кондитерский мешок. Здесь хорошенько закручиваю. И тут нужно отрезать примерно так, чтобы совпадал с диаметром каннеллони. Вот это вот отверстие. Ну что, пробуем. Так, идет. Вот, да, видите? Извините. И это гораздо быстрее. Вот так. Оп. Все, ловите лайфхак и пользуйтесь. Залью их соусом. И поставлю разогреваться в духовку. Разравниваю. Соуса много не бывает. Осталось добавить фету. Не переусердствуйте, сыр довольно соленый. 180 градусов, запекаю полчаса. Оттираю моцареллу или сулугуни. И посыпаю все. И еще немножко запечь.